14 ноября по народному календарю Кузьминки, об осени поминки. И погода в эти выходные дни на территории Курской области будет соответствовать этому утверждению. В субботу днем местами по области пройдет небольшой снег. В воскресенье небольшие, местами умеренные осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега. Ощущение холода будет добавлять довольно свежий юго-восточный ветер. К понедельнику осадки постепенно сойдут на нет, но станет холоднее – до 2-7 градусов мороза.